Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан. В светлый праздник бобруйчане активно стекаются к местам омовения – купелям. Официально в городе можно окунуться в освященную прорубь в двух точках – район санатория Ленина и пляж спасательной станции номер 2 в 6-м микрорайоне. С моим другом купаемся лет 6-7 каждый год, регулярно. Чувствуем себя после этого как заново рожденными. Проверка себя, то есть кто-то боится, кто-то не может просто, а кто-то делает это. Омолодился, вроде бы кажется. То есть не холодно, вообще погодка хорошая. Солнышко вон сходит, классно. Все супер. Для комфорта и безопасности организовано дежурство милиции, скорой помощи и освод. В специально оборудованных палатках есть возможность переодеться и погреться. После купания предлагают выпить горячий чай. Несмотря на созданные условия, медики просят с осторожностью отнестись к процессу. Главное не приходить выпившим, быть трезвым. Ну и с медицинскими показаниями. Люди-сердечники не должны тоже купаться. Традиционно в этот день проходит водосвятие. Жители города приходят к храмам не только для того, чтобы наполнить бутыли, но и за Божьим благословением. К кранам выстраиваются длинные очереди. Такой ажиотаж неудивителен. Считается, целебные свойства остаются в силе весь год до следующего богоявления. Для очищения в первую очередь души и тела. Знаете, как сказал Александр Васильевич Суворов, великий русский полководец, учить неверующее войско все равно то, что точить перекаленное железо. Не имеет никакого смысла. Вы знаете, я всегда освещаю этой водой свою квартиру, умываюсь и детям говорю это же делать. Поздравляю вас, дорогие бобруйчане, с этим великим праздником. И желаю вам, чтобы это событие подвигнуло вас на то, чтобы как вода освещается сегодня, так, пускай душа наша освещается благодатью и Духом Святым, чтобы добрые дела, любовь, мир, согласие царило между нами всеми. Ежегодно тысячи людей по всему миру празднуют светлый праздник Крещения. Каждый человек вкладывает свой смысл в этот день. Но то, что объединяет всех без исключения – вера, настоящая, живая и искренняя. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360.